странные, ржачные вещи, которые вы видите впервые. Ребята, это просто дичь, ты такого 100% не видели. Лайфхак, как убрать жвачку. Приклеиваете скотч на заднюю сторону куртки и тянете как можно сильнее. Класс. Оу, оу, оу. Что? Что? Что у меня с колесом? Это что такое сейчас? Бац. Уи. Уи. О, вот это да, вот. Оу, Майкл Джексон, оу, вау. Вы тоже так танцуете каждую зиму? Что тут? Слушай, ой. Когда захотела позаниматься гимнастикой в ванной комнате, пока никто не видит. У меня есть, у нее есть второй шанс. Ой-ой-ой-ой-ой. О, что? Он вернулся. Он вернулся! Он вернулся! Вы чё? Вы чё? Ой-ой-ой, невеста, невеста, невеста. Невеста, слушай. Карма настигла или как? Посмотрите, какой прозрачный лед. Это в Норвегии? Это 100% в Норвегии. Стопудняк. Я базарю. Ой, браточек, с днем рождения тебя. Просто промазал, просто по жизни. Что это? Она просто испугалась. Она просто испугалась. Она просто испугалась. Это кенгуру. И кенгуру залазит к себе в домик, к маме. О, посмотрите, ребят. Гениально! Гениально! Не, ну хотя мы тоже так делали, выбивали мяч тапками, но чтобы он застрял, такого никогда не... Мама, никогда не садись на таком людям. Милфа на Алекс 570. Пацаны, ставь лайк, если жиза. Ой-ой-ой-ой, я видел это! Аккуратно, аккуратно! Нет, не получилось, да что ж такое-то, ёшкин дрын! Смотрите, отпечатки... Отпечатки рук на принтере, да? Смотрите. Ой, прикольненько, прикольненько, так миленько. Вы когда-нибудь печатали ручки вашей собачки, лапки вашей собачки? Лава, лава, лава. Не, ну конечно усилишься, если утром это вот увидишь, вот одну из этих картинок вот так вот под тобой. Ну согласитесь, да? Выпьем сегодня? Ну, если не получится, наверное, да. Ничего себе, слышь, смотри. Шиншилла или как ее там? Вот это хорошо. Пицца, да? Это такая боль, ребята, это такая боль, ребята. Можно еще раз, пожалуйста, пожалуйста, можно еще раз, последний раз? Ой-ой-ой-ой, как он держит ее. Бац! То есть след от маски? Понятно. Ой, это... Когда попросили сдать анализы. Это что такое? Не, ну а чё, 3-литровая банка нормально. Слушай, а почему нет? Это после Нового года. Разве какие-то граммовки установлены, ребят? А вы сколько приносили, если честно? Я помню пол-литра. А, нет, я помню, литруху занес. Реально, до краю. Ну, бывает, чё. Чё, в смысле? Ну, как бы, ладно. Это VR, да? Ой, когда дал бабушке поиграть в VR? Серьезно, очень жалко бабушку. О, браточек. Бац. Я в свои 4 годика слишком сообразительный. А вместе? Собака. Нет. Посмотрите. Вы, наверное, никогда не видели, как... Что? А, слушай. Это так. Сажают. Оборванную веточку? Чего? Ничего себе, я никогда не видел. Ой, какая красота, ребята. Север, родина для смелых. На севере жить. Вы бы хотели на севере жить?
Что? А как он это делает? Слушай, а как он это делает? 22-й год хорошо начался. Нормас! Ну, от похмела нормас пойдет. Оу, смотрите, как олени пляшут. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Нереальная штука, то есть, как ходить в туалет по-современному, ребята. То есть, вы покупаете эту штуку, садитесь, она вас опускает. Сделали дела, что-то там поделали, вам помыли, вытерли, и вы пошли дальше. То есть, теперь не нужно самому это все делать. Сейчас вылезает парень. Use your hands! Рассказывает нам. Есть обычный туалет. Просто свадебное фото пошло не по плану. Ой-о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 й. Она хотела сесть на диету, да? Но не получилось. Ой, что-то в рот попало. Стой. А! Вот, ребят, лайфхак, как вытащить вот этот провод? То есть, вот так. А потом вот так. В петельку и все. А я-то думал, нужно обрезать. Дорогая. Кто такой милый? У меня для тебя сюрприз. Закрой глаза. Открой рот. Гениально! А, или это не бахилы, или это способ, как не снимать обувь дома. Не, ну в принципе, да, но лучше, конечно, снимать дома обувь. Но такие штуки нужно ставить, конечно, в заведение, где требуют бахила, если вы понимаете, о чем я. Придумайте комментарий вот к этому видео, ребята. Даю вам задание. Это... А не, стой, подожди. Что они делают с бутылкой? Вытягивают и делают крутую бутылку! Ничего себе! Ну, такое я точно никогда не видел. Чтобы плавили бутылку и делали из нее какого-то дракончика. Не, ну слушай, прикольно. Не, ну реально классно. Прикольно так. Зато из нее так прикольно. Получил в детстве ремня. Мама дает попить водички и просит успокоиться. Посмотрите, жирафики. Жирафики? Ой, это за то, что дал сахарочек? Какая высокая женщина. Серьезно? Грамм одной мандаринки. 46 грамм. Ну, ноль, тоже нормально. Че плакать-то? Бежим, 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 бежим. Я так на море делал, помню, в детстве. Кто делал так же, ребят, лайк? Казалось бы, да, вот вы сейчас думаете, что он переедет эту пробку, этот поезд, да? Боялся за него больше, чем за всю свою жизнь. Ой, вот это не вот это ударчик. О, котик, котик. Нормально, так конфликт. Yes или нет? А, да или нет? Что? Влажной салфеткой. Ничего себе, ребята, девочки. Утю, смотри, сидит на кассе, чешет попку. Утю, какой масюська. Ай, какой селядки, какой масюська, писюська. Ой, какуська, какой. Это боль. Крыша течет. Ёшкин дрын. Я так ору с этого, это баян, но он такой ржачный. А вы думали, что там будет, да? Хочешь качнуться, вот нашел время. Windows XP. Ой, это что такое? Слушай, это мозаика какая-то прикольная, слушай. А, это же эти, от степлера. Крепкий, ёбаешь, чё я... Ой-ой-ой. Нет, не надо, не, ну зачем ты так? Слушай, картошечка, любименькая, зачем так?
Богдан. Ух ты ж. Вот этот эффект, кстати, прикольный, посмотрите. Оп. И еще оп. Это такая дичь, ребят. Нужно попасть ручечкой в бутылочку, посмотрите. Это старые свадебные фокусы. У кого получится первее? Девочка помогает, смотрите, руками. Папа не может попасть. Ура! Я говорю парню, что мне нужен отдельный кабинет. Бац! Ау, ля, как открывает. Не нужна больше открывашка. Но как где моё пиво? Эй, открывашка! Собирает капусту. Это так, это орна, это орна. Ой, слушай, прикольно, как она обледенела, слушай, прикольно. Это этот, Питер Паркер, как его, да? Серьезно, это он. Его взгляд такой устрашающий, сразу хочется... Питер! 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 Это что за... Ой, как же оно замерзло, слушай. Давай, давай, родной, давай. Ну давай, падай ты! О, не туда. Я не понял, слушай. А, он настоящий джентльмен и прикрыл ее, пока она поправляет что-то. Уважение. Ты много на себя взял, слушай. Ау, подружка, сними меня, пожалуйста. Ау, да, да. Надо смотреть на дорогу. Кайф, 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 кайф. Кайф, согласитесь, кайф. Вы когда-нибудь видели, как панда качается на качелях? Я... Ау, вау. Это что такое вообще? Это как делают алоэ или что? Ничего себе, вот это мастерски он вырезал. Ой, сколько алоэ, они такие мягонькие. Ой, ой, жиденькие. Ой, это что такое? А, он выстернул кабель, медь собрал, сделал пружинку. Стой. Из него, из нее сделал какую-то... Цветочки? Что? Гениально просто! Потрясающе, он сделал дерево из меди. И выкинутых проводов. Не, ну потрясающе, серьезно, чудо. Вот это чпокнул. Уф. Да, было дело. Подпишись. Вставил. 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 Ну, с первого раза, как говорится, вставил. Хорошо. Ой. Посмотрите. Пошел отсюда. Но мы выберем настоящего мужчину. Что там по комментам? Она любила его не за дорогие подарки. Это точно. Никакие подарки не помогут, если она просто тебя не любит. Вы когда-нибудь видели, что находится внутри экскаватора? Экскаватора, конечно. Будьте аккуратны на экскаваторе, потому что я цыган и мне 32. И я уже был там. Окей. Это странный что-то у вас тикток. Вы когда-нибудь видели такую маленькую, маленький Мерседес? Пи-пи-э-пи. Приколдес, правда? Лайк, если вам понравилось, подписывайтесь обязательно на канал и жмите как можно сильнее по колокольчику, чтобы ничего больше не пропускать, никакой мод так к вам не пришел. Рассказывайте, друзья, жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться, посмотрите вот эти видосы, это специально для вас, а это еще одно ржачное видео, которое я для вас выберу. Тыкайте, ребята, вы не пожалеете. А с вами был, как всегда, я, Ралли. Здоровья, ребята, счастья, успехов, всего самого вам наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких, будьте счастливы и будьте, конечно же, здоровы. Увидимся уже в новых видео. Пока.